вообще красава. Блин, а почему мусоров нет в этот момент? Я ебу наш. Вот торопится человек. Смотри, что делает. Опа! Пизда! Бабу, блядь! Ёбаный бро! Смотри, что на бомбе натворил, блядь. Ну как бы не бомба виновата-то. Догоняй этого пидораса. Догоняй его, нахуй. Догоняй, нахуй, погнали на бомбу. Ни разу не видел. Если кто-то только бабушка Тома звонит детям, и все, больше никто. Ой, блядь, стой. Ёб твою мать. Тихо, тормози, аварийки включай. Это у нас записалось на камеру. Не подъезжай, близко могут взорваться. 112, не горит никто. 112 звони. Какой километр, что здесь? Деденёво, деревня Деденёво. И, кстати, отголоски этой политики живут до сих пор. Пластиковые бутылки Pepsi обладают объемом в 0,66 литра, тогда как Coca-Cola разливает свою продукцию в тары по 0,5 литра. На сегодня, пожалуй, достаточно. С вами был Владимир Лебедев. До встречи в пятницу. Программа «Торговые знаки». Понедельник, среда, пятница. 16:30. Только на Дорожном радио.
раз, блядь. Ты сидишь здесь, никуда не выходишь. Поставлю.